FV-4005 – нестареющая классика с невероятным дреном, о которой можно говорить бесконечно. На каком бы боевом рейтинге она ни была, даже может быть и на 12.0, и все равно бы игралась, ну, всрато и необычно, потому что сама по себе техника действительно что-то с чем-то. 183-миллиметровое орудие, которое в нашей игре проигрывает по сути только штурм-тигру, которая, в общем-то, еще и странно себя ведет, потому что хэш-фугасы у него, а не обычные фугасы. Огромная будка без брони, эх, ну прям набор того, что сочетаться не должно в природе, но бабахи и веселые ваншоты всегда исправляют ситуацию. Поэтому погнали в бой, попробуем на ней как-нибудь отыграть, и надеюсь, будет так же весело, как и во все предыдущие разы. Погнали! Выполняй простые задания на своем мобильном или планшете и получай золотые орлы в игре War Thunder. По моему промокоду на экране вы получите свои первые 10 золотых орлов. Ссылка в описании. Take a closer look at that meme. Итак, FV-4005. Посмотрите на ее габариты. Вот рядышком S2, и он мне по плечо, дай бог. Едва ли даже до него дотянется. Даже орудие его на фоне моего вот этого смотрится не так уж и хорошо. FV-4005 техника уникальная, конечно. Перезарядка 32 секунды практически. КВ-2 современного мира, назовем это так. 12 всего лишь снарядов хэш-фугасов, которые весят 72,5 килограмма каждый. 72,5 килограмма. И в каждом из этих снарядов 21 килограмм с лишним взрывчатки. У КВ-2, напоминаю, в районе 6 килограмм. То есть это что-то настолько должно быть разрушительное, что в теории, вот выстрелив вот в этого, вот в эту гвоздику, я должен убивать их всех вместе. Но на самом деле, увы, конечно же, нет. Реальность более жестока, но ваншоты должны случаться. Я надеюсь, я верю, так должно происходить. Брони в башне нет, подвижности тоже особо нет. Корпус здесь центурионовский. Поэтому надеяться на что-то не стоит. Полного вращения башни тоже нет. Но хотя бы она довольно быстро наводится, что по горизонту, что по вертикали. И хорошая достаточно баллистика для такого калибра и таких снарядов. Но, блин, реализовывать это задача максимально непростая. Но надо пробовать. Потому что бабахи случаются. И я уверен, несмотря на некоторые странные попадания, большая часть из них должна стать сокрушительной для врага. Главное, наверное, не пытаться... Ага, уже оттуда стрельня какая-то. Главное, наверное, не пытаться перестреливаться с теми, кто уже занял позицию. А где он вообще там? Я какие-то трассеры вижу. Но врага? Увы. Причем... Погиб у нас еще и здесь союзник, который пытался заехать по-быстрому. 44-ка куда-то туда вот отстреливает. А куда? Ну-ка покажи мне. Яви мне свою мощь. На FV-4005 спешить определенно не стоит. Одна ошибка с такой перезарядкой, и ты ошибся, и остальными характеристиками. Но она назад отъезжает хоть как-то. Уже спасибо. Ну, блин, да, там какая-то стрельба, не очень понятно откуда. Деревья мешаются, и с ними ничего не сделать, их никак не завалить мне. Поэтому чисто стоять, охранять здесь все. Стрелять на Б отсюда вылезать, ну, смерть, наверное. А что, что-то произошло? Кто умер? Ратель жопой ездит, я чуть по нему не выстрелил с испуга, честно говоря. Он, наверное, уже объехать мог нас всех. Чё-то как-то не ясно. Да, тут Исян, видимо, высунулся пострелять. И если уж Исяна прибили. Я следующий, да? Пощади меня, Корсар! Просто минус два. Понимаете, у нас тут все только что умерли. Какая жесть. Да, вот они здесь стрелялись. И точку Б защитить, ну, наверное, будет невозможно. Смерть моя летит, судя по всему. А, ты серьезно? Да ты серьезно? Я впервые сбиваю самолет. Из этой штуки у нее же углов нет. 30 секунд перезарядки, 70 килограмм снаряд.
Господи, от него не осталось ничего. Просто ничего, господи. Я переиграл смерть, официально. Даже если в этом бою я не сделаю больше ничего, я не теряю себя. Я не теряю надежд. Все, это позитив просто на весь день. Сбить самолет на ФВшке — это что-то, что заслуживает одобрения. У меня 15 градусов наверх. У меня нет углов. Ни горизонтальных, ни вертикальных, никаких. Снаряды максимально неподходящие для этого. О, танк едет, смотри. О, танк приехал. Блин. Здесь что-то едет. Но у меня и вниз углов-то особо нет. Ага. Здесь только если за гвоздикой как-то высовываться. Еще летит один. Ты серьезно? Опять корсар? Опять на нас? Не, не на нас на этот раз. Его спидфайр, надеюсь, заруинит. А, это этот, Hellcat французский. Уже не корсар. Это было бы, конечно, эпично и второго хлопнуть, но этот понял, короче, что идея так себе. Нашу точку А захватили. Центр удерживают. Вообще мало... Ты пал к моим ногам? Что вообще произошло? Спасибо. Это знаете, как кошка принесла мышь, поймала к твоим ногам? Зачем он это сделал? Как он это сделал? Так много вопросов и совсем нет ни одного ответа. Да, я в этом бою какой-то максимально бесполезный. Вот там техника, но... А, вот оно. Это я к пантере, что ли? У меня углов не хватает. А вот так хватает! На тебе! Естественно, ваншот. Естественно! Сколько килограмм-то здесь взрывчатки? Она не должна была это танковать еще и без экранов. Бедная ягодка. Лопнула превосходно. Так-то мы еще не в топе, раз ядерка есть. Что у нас здесь происходит? Там слышу, как кто-то ездит. Наверное, это союзник. Высовываться здесь под 44-ку не хочется, потому что точка-то падает. Я прям знал, что это будет. Слева кто-то приехал. По низам. Стоим, ждем. А, нет, вон справа он где-то. Его убили, этого Шермана? Или он еще жив? Или вот это вот что-то тут? Нет. У меня слева танк еще вот здесь. Что-то как-то странно. У меня вроде полно союзников, но они все дырявые. Да, точку забирают, он не умер. Вон здесь, вон. Это пантера приехала. Но у меня углов нет совсем. И место самое максимально неподходящее, чтобы вылезать на этой огромной коробке без скорости, но... Пантера вторая решила встать. Немецкие технологии, говоришь? На! Немецкая технология закончилась на сегодня. Вон едет еще один. Но у меня 30 секунд перезарядки, я могу только грустными глазами на него смотреть. Здесь еще один погиб. Этого пасем на бульдоге пока что. Да ё-моё. Или это 44-ка, я даже не знаю. А, там еще один, и он-то теперь обо мне знает. Но у меня все еще перезарядка так-то. Я ничего с этим сделать не могу. Вон оно едет. И не только он, там еще один. А это... Я не понимаю, что это такое. Я его не вижу. Да, смирись, это смерть. Бульдог слева, что ли, вылез откуда-то? Он меня просто насквозь через деревья спокойно забирает. У меня ни казённика, ни гусеницы. Ну да, на этой штуке в открытую стоять явно нельзя. Я, конечно, от него маленько подспрятался, но я починиться все равно не успею, я думаю. Слишком долго. Да, и он меня все равно нащупал там из-за горы всей этой. Помочь некому. Вон он, потому что... Да, долго меня ковырял. Но по итогу расковырял. Точку Б теряем, это самое обидное. Давайте дублеры, поехали. Да, эта штука приехала нам прямо на респаун. И я ей сейчас покажу. Узрите силу духа. На все, нет никакой силы духа. Кончился этот М8 сразу же. Он даже меня убить мог. У него и браунинг меня пробивает, и все, что хочешь. Так что, теоретически, я очень уязвимый. Да и практически, наверное, тоже.
Поедем за этим Исином вторым. Надо как-то пытаться сейчас отвоевать или А, или Б. Наверное, А будет проще отвоевать, учитывая, что там бульдог один. Не вряд ли они как-то много все прикрывают. Но мне надо на эту же позицию, чтобы смотреть обе точки. И уже разбираться от этого. Может, Черятирова переиграет сам по себе. Было бы это, конечно, очень неплохо. Як-3 вон в центре кого-то обхаживает. Тоже бы помочь пострелять, но, блин. Медленноват я на этой штуке для таких штук. Этой штуки для штук. Наши союзники на С немножечко умирают. Это грустно. Но у нас еще есть шансы с этим справиться. Надо ИСа второго пустить вперед, да. Пусть он все-таки это делает, разведывает. Орудие довольно высоко, стрелять из-за холмов удобно всяких. Но вот это же наш недостаток. Мы громадные, безумно. Он не спрятаться никак. Так, ИС-2. Понятно все. Понятно все. Все ясно. Здесь уже просто королевский тигр приехал. Вы этого ждали? Я нет. От такого, конечно, ну, уже никак не спастись. Пойду только его разбомблю, что ли. Исян второй по кому-то выстрелил. Все мое внимание было на том, по кому стреляет ИС-2. Там, видимо, Шерман этот был. Наверное. Что-то как-то прям нас здесь поимели. Нет, этот ИС-2 живой. Этот Шерман пытается точку С забирать. Тайфун, Як. У нас вроде целая куча, на самом деле, самолетов. Для этого всего. Бульдога можно было бы раскрошить просто с орудий, но я его как-то вот в целом потерял. А, тут еще и реактивный истребитель какой-то. И не один, их два. Это атакер? Попал. У меня на 6 что-то. Не то чтобы на 6. Блин, но я ему урон не нанес. И вообще тайфун... Ой, тайфун. То, о чем я, оно не маневрирует особо. У врага, конечно, тоже, ну, так сказать, не апогей всего этого корсарта. Но я с бомбами вообще. Может, его на 6 повесить и бомбы подсякинуть? Этот, зараза, просто с критами летит дальше и кайфует. На, бомбы, я не знаю, зацепит? Нет, думаю, нет. Да. Зацепил, но очень слабо. Да и у меня на 6 этот реактив, который урон просто не получил. Давай. Получи урон уже. Я размажу. Я размажу тебя. Это атакеры, правда. Зараза такая, а? Ну давай, теперь выйди из-под меня. Нет, вырулить. Он все еще может меня проатаковать. Знаете, основная проблема в чем? Что там помимо него есть еще. Так-то у меня... А, корсара сбили, значит мы с ним остались, с этим воевать. Он, блин, маневренный на своем реактиве. Он думает, он от меня убежит уже, что ли? Я почему-то так не думаю. Даже не знаю, что мне об этом подсказывает, но... Я думаю, что ему конец. Попадание. Нет, ладно, если урон будет вот такой проходить. Вон, вообще искры появились, а попадание не написало. Но я сделаю все, чтобы его уничтожить. Повреждение крыла без попадания. Ясно. А урон вообще будет проходить? Это что за пранк такой? Я, наверное, весь боекомплект в него всадил, а он все летит и летит и летит. Хорошо, хотя бы он всю скорость потерял и наконец-то погиб. Ладно. Это получилось достойное сражение. Меня сейчас убьет еще Филд, я не удивлюсь. И самое главное, мои союзники на земле победили. Более-менее. Я уж не знаю, что я могу на темпесте доделать, но... Это была хорошая драка. И союзникам респект. Союзники выиграли все, что нужно было выиграть. Особенно землю. Фиг с ним, что происходило тут наверху. Это уже не так важно. А вот то, что на земле происходило, это да. Я не знаю, что это такое. Я ему какой-то радиатор, что ли, сломал. Это тигр как раз был королевский. Действительно, я его не пробиваю. Ну, у них зенитка появилась. Пусть на меня отвлечется. Точку С мы... потеряли, и это очень плохо как раз-таки. Мне бы вообще самолет починить и вернуться, или выпрыгнуть и взять что-то. Нет, там королевский тигр, я ему ничего не сделаю. Отрабатываем по этой штуке и просто идем в следующий бой. Попаду? Попал, но маловато урона.
не хватило. Но там квест классный. Погнали в следующий бой на ФВшке. Так, ну что, ФВ-4005 отправляется на поля Нормандии. Против... с ПТшками, с джамбосами, ой, мы еще и в топе. Ну, знаете, это у нас всякая вот эта вот мелкая быстрая шушера в основном, не считая ИСа, не считая собаки сутулой. А у противников, наверное, будут какие-нибудь тигры и пантеры. Ну, знаете, тигры и пантеры меня даже больше устраивают. Шерман, он маленький. В нем мяса мало, много костей. А тигр или пантера, смотри, какие мясистые и большие. Одного такого убил, полгода прокормился. Так что, как охота на мамонтов, по сути, сейчас будет происходить. Надеюсь, будет также что-нибудь интересное происходить. Но тут точно можно сказать, что раз нет ядерки, мы на родном БРе. Так что ядерка появляется на 6,7. Ну и, соответственно, это мы в топе. Таким образом. Не знаю, где тут противник вообще искать. Тут довольно... сильно перекрутили карту. И где их искать, это вопрос. Ну, махачи все еще происходят около вот этой точки, которая здесь обычно бывает. Но в данном случае это вообще режим сражения. И в теории спешить-то нам никуда не надо. А я спешу. И за это сейчас, мне кажется, мне впишут. Очень знатно. Нет? Нет? Наверное, лучше все-таки ехать и не пытаться отрабатывать. Понял. Это была ошибка для тебя, королевский тигр. На очи, гусеница! 40 килограмм взрывчатки там, или 20, сколько? То он решил выпрыгнуть, я понял. Он подумал, что это нечестно по отношению к моему снаряду. Вот я говорю, бывают осечки. Какие-то максимально странные. Прям очень непонятно. Ну ладно. О, смотри, едет пантера. Ничего не подозревает. Даже мои секунды перезарядки не считает. А зря! Надо было подумать над этим. Она вся почернела, все внутри сломалось. Я прекрасен в своем разрушительном потенциале. Просто настоящая звезда смерти. Главное дать накопить энергию на выстрел. И перенаправлять ее в щиты бесполезно, да? Это как собрать какой-нибудь тупорогий транспорт в спор, да? Где там вот режим уже городов идет. И там можно собрать там 95% огневой мощи, и там остальное все никакое. Вот это ФВ-4005, да. Ого! 20 миллионов мощи! Это про меня. Так, тигр мертв, но такое ощущение, как будто кто-то за ним, что ли, был, или по кому стреляли-то? Неясно. Там могут быть. И здесь могут быть. Я вообще боюсь, что они с той стороны просто припрутся и из этого леса нас расстреляют. Потому что это было бы довольно логично. Зажимать нас в борт вот оттуда. А я, как самый главный фланговый обходчик, естественно, от этого пострадаю больше всего. Потому что, ну, такую махину, еще и без брони, лакомый кусок для любого, откровенно. Да, они здесь немножко сделали так, чтобы мы респаун не могли им зажать и уничтожить. Ну, они же захотят, наверное, куда-то... поехать, может быть, да? Захотят поехать, столкнуться с колотушкой. Да, там какая-то возня происходит непонятная, но... не особо интересно. Что за звуки? Попшикивание какое-то. У меня вейп кто-то в салоне курит. Места тут много, там и ванна, наверное, есть. Вон, смотри, тигры начали убивать у нас все справа. Я прям не удивлюсь, если они это сделают. Наши поехали точку им захватывать. Тигры, наверное, вообще уже сзади могут припереться вот оттуда. Да, точку Б у нас уже забирают. То есть они также прошли с другой стороны. А вон, кстати, и наш клиент. Один из наших клиентов, но по нему нормально не попасть. Сколько до тебя метров приблизительно? 550. Понял, принял, держи. Да ё-моё, опять он танкует! Я не понимаю! 183 миллиметра залетает ему в башню и расселяет все абсолютно так же, как я, если бы выстрелил каким-нибудь Шерманом. Серьезно? Да, как я и говорил, нас убьют справа, потому что там займут позиции на холмах. Я прям это знал, но... я не собирался с этим ничего делать, судя по всему. Я, кстати, еще очень боюсь, что у нас вообще, ну, вся вот эта половина карты потеряна. Нас сейчас зажмут, прижмут и все. И конец. Очень странно. Да, два фрага есть. Это неплохо. Но вот этот урон по королевскому тигру меня откровенно разочаровывает. Причем я ведь не скажу, что я как-то попал неудачно. Да нет, попал в башню просто.
ни в какую-то полку, ни в какую-то там надгусеничную площадку или еще что-то. Нет. Просто типа урона не хватило. Как может у этого снаряда не хватать урона? Просто объясните мне, 228 пробития. То есть он даже танкануть не мог. Ни в теории, ни на практике. Ничем. Летает летадла. Страшная какая-то. Вон там что-то есть, пантера какая-то. Ну, тут слишком далекое расстояние, неизвестно сколько до него. 900, говоришь? Давай попробуем. Попробовал. Пантера лопнула в НЛД. Красота. Тигр еще стоит. Странные какие-то они. Он мертвый, что ли? Не похоже это на живого, откровенно говоря. 550 метров. Да, этот, все, этот мертвый. Надо уходить с этого холма. Что-то я, ну, так сказать, совсем капельку, но подставляюсь под противника. Хотя вот, вот так, если где-то, то тут неплохой прострел для нашей САУ. Другое дело попадать. У нас, кстати, все погибли, наступающие силы. Он мне королевский тигр, может просто взять, впаять за жизнь мою. Да и точку Б бы надо как-то вернуть по-хорошему. Опять я не знаю, куда на ней приткнуться, откровенно. Она надоела пшикать откровенно своим вейпом. Эту группу мы вроде плюс-минус выбили. Там вон еще кто-то есть, кстати говоря. Только его не видно совсем. Впрочем, я не удивлен. Сделаем вид, что меня здесь нет. Может, они поедут дальше, и тогда я их увижу. М51 выстрелил, но в логе я не вижу, чтобы он кого-то победил. Поэтому будем наблюдать дальше за этим направлением. Там где-то километр вроде должен быть, да? Здесь 34-ка едет на базу. Но я думаю, она просто падает, а не потому, что ее захватывают. Наверное, противник там уже все-таки кончился. Сам по себе. Как явление. Вот то, что нас утюжит авиация вражеская, и мы вообще ничего им ответить не можем. Это прям грустно. Да, у нас вся команда отутюжилась. Вон едет тигр. Давайте смотреть тигра отсюда, хорошо. Почему я должен быть этой непонятной САУ, стоящей в 20 тысячах километров? У меня ведь нет шансов по нему попасть. Он вон какой быстрый, вон какой злой. А я кто? Я вообще из бинокля стрелять боюсь с этой перезарядкой. Ну, попробуем. Ать! Ой, как я хорош! Как я хорош, я все-таки попал! Нет, точку Б берут. Реально кто-то на ней все-таки стоит. Я вообще удивлен. Столько времени прошло, наши все еще его не выкурили. Ну ладно, я здесь прикрыл союзников. Уже не зря стою. И пантеру ту, считай, впаял. И самое главное, вроде относительно неочевидное место занимаю. Даже самолеты меня как-то не в первую очередь трогают. Но что-то мне... А, ну все, они с точкой вроде тут... Надо ехать, к сожалению. Как бы мне не хотелось на этой штуке встать и не двигаться, мне что-то подсказывает, что наши с трудом вывозят здесь приключения. Кого убивает Су-85? Я его не вижу. Вижу только, что тут происходит, но... Да, это была 34-ка. Гибрид. Немецкая 34-ка. Страшная штука на самом-то деле. Вот и все. Наши отбились. У противников еще так-то пол команды. Спешить нам некуда. Не забываем, что у нас еще и снарядов мало. У нас всего 12 снарядов. Да, здесь позиция сильно хуже по видимости около точки Б. Так что я, наверное, сдам немножко назад. Смогу ли я... Тигр королевский. Ну, там дистанция какая-то безумная. Плюс он едет за дерево. Я думаю, я туда никак не попаду. Даже если бы мне очень сильно хотелось. Вот здесь я могу его подождать, кстати. Я просто вообще... В наглую встать и ждать. Бой будет очень долгим, я предчувствую это. Спешить нам абсолютно некуда.
так как это режим сражения. Вон он катается, там этот тигр. Я дистанцию не узнаю. Да, там пока еще слишком много. Наобум стрелять, когда у меня всего 12 пивных кек. Даже уже меньше. Уже часть из них ушла. Не хочется. Наши союзники гибнут на центре. Вон только точка дозахватывается обратно. Враги, конечно, тоже выгребают местами. Но вот они местами это делают. А мы-то вот прям... прям везде. Не видно этого тигра королевского. Это плохой знак. Исчезающие королевские тигры наделают делов. В общем, пятку пытаются там гнобить по-всякому. Выходит плохо. Слава богу, что это 85-ка, которую просто так с курсового вооружения не уничтожишь. Есть какой-то все-таки плюс у советских танков. Действительно, пока бомбу на лицо не положишь, они особо не хотят никуда деваться. Так, позиция у меня, конечно, дрянная. Но пока я знаю, что там есть какой-то этот тигр королевский, я бы не спешил бегом менять ее. Хотя мне тут слева-то особо нечего охранять на самом деле. Лучше вот центр смотреть здесь. Может быть, я Шермана этого прикрыть смогу, но, честно говоря, сильно вряд ли. Просто около точки Б находиться прям лицом тоже сомнительная, честно говоря, затея. Тут эти кусты... Опа! А это кто? Это ПТ-76 какая-то едет. Там метров... там много. Давай на всякий случай! Эх, перекинул. Надо ее как-нибудь отметить. 1100, как раз он подъехал, видимо, а я там 1200 дал, и у меня... перелет случился. Ну ладно, бывает. Просто уж совсем не стрелять — тоже ошибка. И стрелять — ошибка. И не стрелять — ошибка. Как вот еще? Ну вот на этой штуке по-другому не сыграешь. Можно поехать в упор и откиснуть моментально. Но пока дают жить, зачем умирать? Ого! Ты кто? Невидимый. Ты кто, воин? Его реально не видно. Если бы он не выстрелил, я бы даже не узнал, что он здесь есть. Ну, потому что тут рельеф немножко перекопан, и он где-то вот в низинке. Во-в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 о. Что ты такое? Что ты такое? 500 метров где-то до него. Но он в низинке, и по нему... А, нормально, это пантера. Доброе утро, девочки! Записываемся на восстановление лица по черепу. После таких-то попаданий. Пипец, я на этом фланге нормально стою. Ха. Наши дырки дырявые, потому что... О, тигра королевского убили какого-то. Это вот та 34-ка его вшатала, интересно? Видимо, да. И пока она даже жива. Да, по ощущениям, это она его вшатала. То есть мне надо свое внимание сместить на центр, потому что слева вроде как все ок. Вон что-то едет. Пантера еще одна. О, из-за дерева, хорошо! Как же хорошо почти что вслепую, только жопа торчала, и он уехал. Ай, хорошо. Ну, слушайте, нормально идет 40-05, как САУ. 6 фрагов уже есть. Команда противника потихоньку заканчивается, на всех должно хватить кегельбумов. Но бой, конечно, да, все еще будет длиться долго. 34-ка там поджимает левый респаун, но это совершенно не значит, что они не могут обойти, например, выйти в центр и пойти как-нибудь вот так. Или вот, вот по этому респауну. У нас контроль карты все еще довольно скромный, к сожалению. С другой стороны, я всегда могу сесть на Темпеста и подсобить своей команде. Как бы в тандеме ФВшка с какой-нибудь другой штукой работает идеально. 34-ка выгребла. Заметьте, умерла. Плохая идея, значит, нападать прямо сейчас. Я пойду посмотрю вот эти холмы, что там происходит. Будет он объезжать, заезжать или не будет? Хорошо, что заметил. Мог бы сейчас свалить, и она бы нас потом слева поджала. Неизвестная сила. Во-во, видите, я... О! Случайно заметил. Поехали объезжать? Вот прям, ну... Заметьте. Как я читаю этих врагов? Как я их читаю? Самое, знаете, что смешное? Что, по сути, он там, ну, нахрен не нужен. Что он там собрался делать? Только если удачно объедет и убьет нас вообще всех.
У нас есть защитник, кстати, точки Б. Это прям хорошо. И эти отсекают правый фланг. То есть мы, в принципе, вот тот сектор, который мы можем крыть на ФВХе, мы его и кроем. Ни больше, ни меньше. Но этого надо ждать совсем вблизи, когда подъедет. Либо дать КВ-85-му пострелять. У меня слишком хорошие здесь кусты. Я даже такую дуру огромную могу в них спрятать. Ну или практически могу спрятать. Тигра Е убил Шерман. Что? Очень интересно, как это произошло. Я бы хотел посмотреть его версию событий. Вон, вон, вон. Пантера едет. Какая-то пантера. Надо тыкнуть, что вот здесь. Может быть, обратят внимание. Мне это, конечно, сейчас скажут, что это спам, конечно же. Действительно спам. Важная информация. Важной не бывает. Но он, судя по всему, вот сюда куда-то поедет, да? Я думаю, что нам надо занять позицию так, чтобы мы в бинокль видели, и если он поедет справа, и если он слева поедет. Единственное, конечно, у меня косоглазие так разовьется, мне кажется, потому что один глаз на вас, другой на Кавказ, но... Ну, блин, у меня нет другого варианта как-то это все контролить. КВшка поняла, что где-то вот... Вот там вот. Я буду крыть ее, насколько смогу, но... Из меня прикрыватор такси. Может, она к церкви приехала, я не знаю, куда она делась. То есть она за холм нырнула, как бы и не вынырнула. Это неизвестность произошла. Сколько их вообще есть еще? 2, 4, 6, 7. Вы что? Их еще полкоманды, и спешить не стоит. Ох уж эти режимы сражения. Наши так, потихоньку к точке А рвутся, но вдвоем я не думаю, что они как-то особо могут продвинуться. Я бы на их месте оп... О, ого! Жопный наступ славянский. Невероятно. Интересно, он ее услышал и поэтому жопой поехал? Или это он так реагирует на мои метки? Потому что я больше ее... не наблюдаю. О! О! Летит. Летадла. Что-то прилетело. Оствин второй ему не дал полетать. Оствин второй — это супер злобная штука. Как с ним, не знаю, справляться. Посмотрю-ка я центр. Посмотрю проезды-подъезды. Лучше жбаном, конечно, не крутить бы в этот момент. От третьего лица можно посмотреть. Может быть, что-то увидишь. То есть... Разная перспектива взгляда. Ну, то есть, из прицела она одна, от третьего лица другая. Дает вам больше информации о поле боя, особенно если вы где-то в позиции стоите. Поэтому можно и так посмотреть, и эдак вот углами монитора как-нибудь. Вот. Да, она там стоит просто за всем этим. Судя по всему, он ее не убил. Я так понимаю. А ехать она не собиралась, собственно. А, все, пантера... Угу. Пантера, пресс F произошло. Окей. Что у нас здесь? Там чувак наткнулся на врагов. То есть вот с этой стороны они есть. Он там воюет. Один уже погиб, второй есть. У нас здесь слева по ощущениям... Или ничего, или почти ничего. Он умер, тигр приехал туда. Их еще, нас осталось, кстати, трое. Их еще 7. Так что нам только ждать. По идее, по очкам мы их выигрываем. Им надо наступать. Соответственно, нам надо защитить точку Б. Если мы не будем много умирать, потому что за убийство соперника дается 100 очков, ну то есть снимается у них из команды. Вот они убьют одного нашего, например, у нас будет 2400. Так вот, нам надо не умереть троим, всем. Или три раза кому-то не умереть. Точку они не захватят. Там 3 минуты захват идет. То есть, скорее всего, они не успеют. Но надо последить. И да, самых вот этих вот наглых быстренько угомонить. Давай-ка мы тебя отстань от него. Оствинда мы потушили. То есть нам надо еще 3 минуты подождать, и тогда точку они уже не возьмут. И... Нам надо не умирать максимально. Или убивать их. У них, видите, тоже очки уходят. Соответственно, чем больше они наступают на нас... То есть они в плохой ситуации. Патовая ситуация в режиме сражения. Для них они должны наступать. Они должны нас убивать именно, потому что точку уже, скорее всего, не захватят. Мы вообще по всей огромной карте кто где, не ясно. И вот мы уже еще разрыв увеличили. Теперь уже 5 из нас можно умереть. То есть всем по разу, и еще кому-то останется на сдачу. Что как бы делает их победу практически невозможной. Честно ли это? Ну, наверное, честно. Интересно ли это? Ну,
Кому больше нравится именно стратегическая штука, а не пиу-пиу? Но с другой стороны, это же победа, победа. Мы настреляли 7-х. Союзник у меня, он 10-х накрошил. Еще один он тут ездит, убивает. Я думаю, мы заслужили эту победу. Врагу должно быть очень обидно. Да, в замесе ты не следишь за этим. Оно переключается на эти микромоменты долго. Я тут стою крысятничаю на ФВшке. Ну, на ней по-другому как-то играть особо и не получается, честно. Вот, и мы просто стоим и вот очень правильно делаем. Сушка на точке не даст ее сбивать. Мы тут вдвоем в засаде. Ждем просто появления врага на мониторе. Слева КВшка мониторит, кстати, там. Она не пропустит, скорее всего, никого. То есть мы довольно грамотно распределились. Ну вот, кстати. Или ее убьют, и это станет как бы маркером того, что там кто-то есть. Да, там есть Як-Пантера, окей. И не только Як-Пантера. Здравствуйте! Я ваша мама. Вербельвинду очень не понравилось мое попадание, а мне очень повезло, что я попал. 8-й приехал. Где Як-Пантера? Я не против 9-го положить в копилку. ФВхи наоборот, прям превосходно, когда они все по одному. Долгая перезарядка уже не решает, баллистика вполне себе. Главное, попади. И потушишь сразу с места. Вон сзади бы не выгрести, тогда можно стоять здесь смотреть. Она все равно будет проезжать, да? Если она поедет на базу, а так или иначе она поедет слева, я ее увижу здесь. Если она вот так пойдет, только если прям напрямки через кусты, ну тогда я ее услышу, она меня тоже не увидит здесь. А я тише, чем едущий танк, я же стою просто. Она может поехать вот так, и я ее увижу здесь, так или иначе. В общем, она не может подкрасться незаметно к нам. Только если она нас разглядит в кустах и убьет. Осталось 2,5 минуты практически. Думаю, уже они не победят точно. Тем более разрыв огромный. Даже если они нас сейчас всех убьют, они не успевают захватить точку, и это победа. То есть в целом можно было бы уже завершать бой, но... У игры на это другие планы. КВшка была где-то, причем там вот в зданиях. Она могла, ну, Як-Пантера, в смысле ее... Хлопнуть. Тут едет кто-то, кстати. Вот он, тигр. О-о-о! Я думал зацепиться за ветку. Приехал тот самый тигр, который кого-то из наших союзников шатал. Ладно, в общем, по тактике, так сказать, я вам пояснил, почему мы делаем это именно так. К сожалению, на ФВХ, я думаю, нет другого варианта. Да и на другом танке я тоже не вижу смысла куда-то сейчас ехать. Хотя я могу умереть, поехать спокойно, и ничего не изменится от этого. Да, Як-Пантер где-то там. Даже вот в лесу, судя по всему. Подальше. Он, кстати, тыкал на карту и говорил, что едет. То есть они вообще тактикульные ребята, и с ними можно побеждать. Смотрите, они тыкают, и кто может стрелять, тот стреляет. Нет, она левее где-то там. Я ее не вижу. Мне тут либо кусты мешают, либо она за церковью. Не ясно. Да и в целом, честно говоря, это и наплевать. Они сюда тыкают. Здесь такой холм немножко спрятан от нас, получается, противник, но... Тут все чисто на звук отработается. Да, вон едет Пантера. Да, 10-го. А, 10-х! Офигеть, что творим! А ядерки все равно бы не было, сколько фрагов не сделай. Эх, потому что не танкуем и не едем. И ничего не происходит. А они вынуждены, как вот стадо баранов, ломиться. Они еще по одному едут, это ошибка. Может, они собрались бы, если бы вместе, как мы, вот тактикульно встали, со всех сторон все контролить, слушать. Они могли бы также тоже толпой объехать, еще что-то. Но тут это рандом, и вы сами понимаете, что скооперироваться даже вот так вот с тремя союзниками. Супер редкое явление. 40 секунд — это победа. Это прям очень красивая победа, на мой взгляд. Да, стреляет откуда-то издалека, она даже не едет. Но понимает, что она умрет за это. Стоит ей высунуться, я ей... Прилеплю пару лишних килограммов. Да-да-да, она не выезжает. Это, видимо, Пантера, которая туда приехала, которая убил КВ-85, взяла Як-Пантеру и встала сюда. Да и как бы пусть стоит. Куда она наобум стреляет? А, Сушка поехала, она ее простреливала отсюда. Все понятно. Ну, это им никак не помогает. У нас все еще перевес в очках очень заметный. Это победа. О, по мне, кстати, отстрелялись откуда-то оттуда. Это не важно. Парни, вы опоздали. И это классная победа для нас. Чё-то дали даже. О, дублеров накидали. Ну, спасибо.
Великолепный бой. Ну что еще сказать про FV4005? Даже не знаю. Это от позиции играет машина просто великолепно. Давайте в следующий бой еще один хочу. Так, ну что, золотой карьер. И здесь нам прям велели идти справа. Наверное, к точке Б и А, где-то туда. На С, потому что все объездуны, все ЛТшки собираются. А здесь оно как-то, ну, постабильней, попонятней, по ощущениям. На ФВхе встать за здание, так сказать, и ждать подачи, когда можно будет вкинуть кому-то. Попали мы хорошо, опять же, тигры. На 7-3 не кидает сейчас. 7-3 стал не таким популярным. Или кидает, но редко. Да и самые главные танки там, честно говоря, не страшные. Вот Леопард на 8-0, да, с кумулятивами, раньше было страшно. А сейчас они вон куда уехали, и мы с ними почти не встречаемся. Нас на самом деле и не обязательно Леопард может убить, поэтому нам так-то без разницы, кого мы встретим. Каждый вкинет. Ну и опять же понятно, что ты типа не в топе, если есть ядерка. Но набить ее на ФВхе с ее скорострельностью и количеством снарядов, я думаю, это нереально. Даже в том бою за 10 фрагов мы бы не набили. Из-за возрождения еще одного. То есть как бы технически, наверное, это возможно, но на практике такое сделать... Че еще предложите, как говорится? Так, Б уже забирают какие-то ЛТхи, что ли, или что-то идет. И вот здесь сейчас начнется адский замес, да? Ну, слева, наверное, надо все это дело смотреть. Странно, что бульдог такой медленный. Он просто не едет и позиции не занимает. Он прям вместе с нами решил ворваться тут. Еле-еле погодя. Знаете, что проблема большая в чем? Да-да-да, вот в этих вот штуках. Здравствуйте! О-о-о, вот такой вот бан произошел. 34-ка или Т-30, или 29-ка урон не получила, потому что попал в краешек маски. Ну, мне надо было стрелять. Я боялся, что не выживу. Такие шансы были очень неиллюзорные, что она могла бы мне навешать. Пришлось вот так сделать. Бульдог мне помогает с ремонтом, спасибо ему. Блин, она меня даже с пулеметов Браунинга может убить. И это как бы косяк. Ему бы разведать эту 34-ку или кто это? Пойдем умрем, а? А я выстрелил. И вы, наверное, даже слышали звук, но... У него было преимущество убийцы. Поэтому у меня выстрела даже не произошло. Я знал, что так будет. А, она вообще вон жопой танковать встала. Нормально, просто снаряд разрушился, я маску. Вот так вот. А был бы фугас КВшки, я бы ее, наверное, сломал. Хотя я еще в маску вверх попал. Может, и этим бы фугасом я ее убил. Если бы в нижнюю часть попал. А я хотел в крышу ее засандалить, потому что все остальное было за каким-то мусором спрятано. И оно не получилось. То есть... Когда на ФВхе нужно играть активно, на ней не получится играть активно. Ну, эта машина про стояние. Про переигрывание врага. Фига у них там 92, которые всех крушат. Про переигрывание именно тактикульное, потому что орудие позволяет его реализовать, да, практически всегда выписать ваншот. Но если противник тебя видит, ты что-то сделал не так, потому что иначе... Иначе ты умираешь всегда. Ты не успеваешь на реакции ни на кого выехать и убить зачастую. Остается только грустно на это все смотреть. И есть бульдог, который решил не ехать и правильно сделал, наверное. Да, он все равно умер. Толку-то от этого. 92-ка где-то тут рейд устроила. Страшный. И всех наших поперебило. А где она? Вообще не ясно. А с того берега, что ли, вообще отстреляла по ним? Погоди-ка, это вообще бульдог. Ты кто? Ты не наш! Только что союзник умер на моих глазах. Он взял его личину. Он взял личину моего друга. И попытался втереться в доверие. Мы таких наказываем, конечно. Вот, у нас здесь есть позиции, где мы можем отыграть второй скрипкой, да? Стоим, ждем. Едут, не едут, но... Стоять скучно, мы уже весь предыдущий бой стояли, все там 25-30 минут, сколько он длился. Поэтому поехали. Так бы точку А захватить. И не ехать мне на это Б, зачем оно туда?
Но со своей скоростью, честно говоря, я не самый лучший захватчик. Ну давайте попробуем. Может так хоть команде подсобим. Летит самолет, я его даже трогать не буду. А вот и на точке А уже кто-то главенствует. Блин, тут сплошные эти заборы. Вон оно. Спасибо, что подставил свой борт на першинге. Я уж боялся, что об гусеницу взведется и урон не пройдет, но... нет. В этот раз мне повезло. Тигр едет, здесь никто не ждет. Вообще отлично. Они решили эту точку бросить. И самое смешное, что он ее решил не захватывать, а ее объехать. Ну, дурак как есть. Просто дурак. Или он куда-то поперся дальше, непонятно куда фраги делать. Захватил бы сначала. Нет, он заезжал на точку, да. Все-таки он как бы хотел, наверное, захватить, но хотел и пострелять одновременно с этим. Но жадность фрая разгубила. Меня бы самолет какой-нибудь не сгубил, а то захватывать точку, это значит всем сказать: «Ау, я здесь! Стреляй по мне!» Пантера приехала, я уж испугался, кто по мне пулеметом прощупывает. Так что на ней можно играть агрессивно, но все-таки тактикульно. Именно планомерно поддавливая врага, особенно желательно от ошибок своих союзников. В этом случае, да. Можно что-то настрелять. Тигр королевский ждет что-то. Интересно, что. У меня тут, кстати, неплохая позиция, более-менее скрытая я тут за всяким мусором и прочей ерундой. Враги нас давят с другой стороны совершенно. Точка Б, кстати, не захвачена. Поэтому я не знаю, что мы здесь ждем. Кто-то вниз стреляет. Какие-то самолеты летают. Страшно, вырубай. Нет, они с этого респауна еще поедут. Вот, вот оттуда. Я надеюсь, я справа услышу, увижу здесь. Замечу. Что-то соображу. У нас команда поехала вперед. Непонятно зачем. Вот точку Б бы лучше они так оккупировали. Позанимали позиции. И мы бы спокойно победили. Но нет. Опять же, вот я стою, все, в обороне на точке. Если я доехал, занял позицию хорошую около точки, то в идеале стоять и не двигаться на этой штуке. Контролировать все эти направления, не светиться. Поедешь, тебя еще самолет какой-нибудь накажет за это все. Пантера выехала. Молодец, молодец. Зачем ей было туда ехать и вставать прям вот просто в чистое поле? Вопрос, который останется без ответа, я полагаю. Я тоже, конечно, знаете, не самый грациозный. Спрятался так спрятался, как говорится. Дом встал за дом. И все. Наши зачем? Я не знаю зачем. Вот он, ищ, тигр умер. Зачем? Они просто в открытую встают прямо под респаун и умирают. Хотя нам не нужно захватить вражеский респаун. Нам нужно удержать точки, которые мы захватили. И в идеале С захватить, и ее тоже удержать. Ну, опять же, фиг знает. Вон пантера еще сдохла. То есть нас вот трое просто умерли от 29-ки, которая потихонечку там с респа едет, вот этого. Я не буду пока стрелять. Да, наш тигр по итогу справился. Но он еще едет что-то. Я уж не знаю, не вижу я нормально его. Пока оставлю все это на тигра, хотя... А вот тигр и умер. Это 26Е5. Попробуем замерить дистанцию. Здесь 500 метров где-то. Это прям маленькие везде окна. Бам! Прям в нижнюю часть танка. Хорошо. Наказал. Они, наверное, еще поедут. Но теперь я знаю дистанцию здесь. 500 метров, чуть выше первой риски вот этой большой. Справа главное тоже не пропустить никого. Отлично прилунился. Едет тут и едет тут. И я не знаю, что мне с этим делать, откровенно. У меня еще перезарядка не прошла. Отличный выстрел по суперпершингу. Ну вот... вот, ФВ-4005. Если у тебя нет позиции, то может произойти резкий абасрамс. Этот, кстати, знает обо мне, он поедет меня убивать. Мне надо перезарядиться. 30 секунд КД. Он меня может пробить через вот эту штуку.
Как же долго перезаряжается этот танк. Просто забей. Ты знаешь обо мне? Или ты не знаешь обо мне? Я суперзвезда местная. Сверхновая. Говорят, красиво. Танцую. Да, суперперсинг поехал меня гнобить. А у него, кстати, сплошные экраны во лбу. Ну, я, правда, не знаю, как он бортом ровным танканул. И как мне на него выехать так, чтобы он... А, это Онтос еще здесь у меня есть. Ну, у меня точно конец. Сами видите, какая у меня перезарядка. Ну, разумеется. Так, одного покарали. А от суперпершинга... Надо ездить. По кругу. Сделаем вид, что меня здесь никогда не существовало. Ну все, нет, конец. Ну с такой перезарядкой невозможно. Но с другой стороны, я выиграл своим союзникам миллион лет времени. Они захватили все точки, правда, они начали опять все умирать. Но это все еще лучше, чем если бы я не сделал все эти фраги. Пятерых настреляли. Далеко от дома отъехал. Если бы не Онтос, на самом деле, я думаю, я бы там и выжил, и справился. Но, к сожалению, их было больше, чем нужно. Онтоса мы похоронили. Суперпершинг медленный еще, тоже неплохо. Он, может, из бомб моих не уедет, и я как бы точку... Ну, я не... Нет, у меня слишком много авиации здесь вражеской. Мне нужно сначала разбираться с ней. Их трое. Они меня все равно сожрут, мне кажется. Короче, тяжело. Тяжело, тяжело. Так, вот этого будем пытаться срезать. Первый пошел. Не вижу суперпершинга. Ага, вот он стоит. Попробуем улететь просто. Угу. Угу. Да-да-да-да-да. Ну, Tempest вроде самый быстрый самолет. Но есть небольшой косячок Tempest'а. Называется... Я уже поврежден. И у меня бомбы. Вот. Это вообще большой косячок Tempest'а. Ну, я очень надеюсь, что все-таки я вытяну. Давай, Tempest, ты же мега мощь, ты супер быстр. И вот так, кстати говоря, сделал. И может от него убежать как-то. Может он меня потеряет из-за рельефа. А, его походу догнали. Этого Thunderbolt'а, Spitfire, он Seafire. Да, и похоронил. Ай, красавчик. Теперь тогда спокойно возвращаемся. Опять двое летят. Да мне от бомб дадут избавиться или нет? И летят. Их уже осталось на самом деле. Едва-едва, чуть-чуть. Надо найти остатки. Добейте выживших! Не дайте им уйти! А где суперпупсик? Я увидел его слишком поздно. О, Исян. Лови. Будут твои, потому что мне уже не нужны совсем. Во-во, я второго искал. Первого-то... А, ну он за мной вязался, кстати. Я умру сейчас. Из-за вертикального маневра этого. Я, конечно, попробую. Ну, нет, из такого не выходит. Это я... Я сам молодец. Я сам себя убил. А, да? Он вот это делает? Братан, ты дурак, что ли? Да. У этого мустанга проблемы с думалкой случились какие-то. Он бы меня мог сейчас уничтожить, но... Но произошла проблемка для него. Правда, я его уже не догоню с такими повреждениями, поэтому да, он улетит, но... Странно, что я жив остался. Два раза почти вышел на огневую. Ну, у меня нет вариантов от него отвернуть, я потом на нее не развернусь. С такими-то своими повреждениями. Я и так еле лечу. Ну ладно, бой кончился. Главное, практически. Нашей победой. Я думаю, еще кончится нашей победой. А он меня уже переиграет по энергии. Союзник меня прикрывать не будет на Seafire. Поэтому мне просто остается умереть с такими повреждениями здесь.
300 километров в час, как бы для Темпеста, я весь раскритованный в нулину. Ну, молодец, кстати. Знает, как выиграть в этой ситуации. Мог бы не знать. А вот были бы бомбы, может, я бы бомбами как-нибудь обыграл его. Ну, конечно, да. Не в этот раз. Ладно. Хорошие бои сегодня получились. FV4005... Все еще, как видите, играется, фраги делает, но да, техника своеобразная. Про это я в самом начале говорил. Стоит ли ее выкачивать, чтобы на ней получить этот игровой опыт? Ну, вполне вероятно, да, потому что BR6.3, в принципе, качается относительно быстро все это дело. И другую, вторую такую машину найти будет действительно сложно. Надеюсь, вам понравились сегодняшние бои. Если так, не забудьте поддержать видео. А я пойду пилить для вас новый контент и увидимся завтра. Пишите, что еще отснять интересно. Пока-пока.